Друзья, вот и закончился сезон. Сегодня откроем несколько драфт-сундуков на моих аккаунтах, а также на аккаунтах моих знакомых с 5800 и 600 кубков. Поэтому, если тебе интересно, досмотри ролик до конца и поставь лайк, если нравятся ролики по открытию сундуков. Что я вижу? Я вижу какое-то новое оформление. Теперь сезонная награда выглядит немножко по-другому. Справа у нас еще была лига, по-моему, да? Сейчас ее нету, просто сундук. Окей, я закончил лигу с 5200, да? То есть не смог я взять 5500, поэтому, ну, не судите строго. Думаю, в этом сезоне я буду стараться больше и, естественно, тренироваться. В общем, поддержите. Ну что, поехали. Понеслась, открываем. Значит, чё, Лего, мне нужна... Мне нужен дровосек... Ой, это дровосек. Шахтер и бандитка. Вот, вот эти две леги мне надо. Вот, так. Все остальное не важно, у меня все фул. Так. Где больше? Тут больше золота. Ну, поехали, легендарочки. Так, скриншот успел сделать. Оу, фак. Ну, блин, очевидно. Очевидно, королевский призрак. Так, что у нас тут еще? Ух ты, какой, вау. Вот это красиво, а вот это реально красиво. Блин, коснись, чтобы продолжить. Сброс нового сезона до 4500. Окей, это теперь новая... Новая система, да, теперь сбрасывает кубки у всех по-разному. Окей, ладно, что у нас тут? Вау! Два легендарных и 200 тысяч золота! Короче, вы, если хотите, чтобы я задонатил... Так, два дня, слушайте, а может сделать конкурс на вот эти спецпаки? В общем, не знаю, ребят, я подумаю... Фух, блин, сколько доначу, просто это капец... Там, на твинка, на основу, конкурсы, не знаю. В общем, ну себе я думаю точно открою, потому что мы фармим 5 миллионов золота. Если я задоначу это спецпредложение, у меня будет уже 2 миллиона золота. 2 ляма, друзья, 2 ляма и, 2, и плюс 2 леги. Давайте, ролик соберет 5к лайков, сразу же записываю видео, где я себе доначу вот эти сундуки. Ставь лайк, подписывайся обязательно. Так, что у нас тут еще? Все, переходим, наверное, к следующему аккаунту. А следующий аккаунт у меня... Холодильник. Там, кстати, пару слов тоже надо сказать про него, вот, и задать вам один вопрос. Поехали. Так, захожу я на своего твинка. Так, тут у меня 4300 было, скинули меня до 4156. Окей, поехали открывать. Надеюсь, что-то годное выпадет. Ну, 76 гигантов бы, ну, конечно. Так, да, не очень. Ну, зато лего, зато лего. За 4300 нормально. Так, дровосек или пламенный? Что у нас? Да пламенного на второй уровень возьмем. Без разницы. Итак, вот, результаты сезона. Скинули мне до 4156. Окей. А, так, что у нас? Тут то же самое, да? Ой, а меня что-то нельзя купить. Наверное, глюк какой-то. Ну ладно, здесь я не буду донатить, скорее всего. А может и одно спецпредложение куплю? Не знаю. Посмотрим. А может и задоначу везде. Может, задоначу везде. Посмотрим, сколько лайков, смотря ролик, соберет. Если 5000 лайков собирает, значит, я доначу только на основу. Если 10 тысяч лайков, значит, и здесь, и там доначу. Тем более, этот аккаунт я разыграю. Так, смотрите, мы открываем огромный сундук, и сейчас я вам несколько вопросов задам. Значит, смотрите, вы, думаю, в курсе, что я собирался этот аккаунт до конца сезона поднять до 5к. Но так сложилось, что я не успел его прокачать до фула, а без фул прокачки сейчас невозможно это сделать. Вот, и также я планировал разыграть в конце сезона этот аккаунт среди вас. Но опять-таки не получилось, потому что я не сделал ее фул. Хотели бы вы разыграть, чтобы я разыграл такой аккаунт? Или давайте уже прокачаю шарик, прокачаю гиганта, еще несколько карт, проведу парочку еще стримов и после этого разыграю. Ну, буквально там в течение недели, возможно. В общем, пишите в комментариях, что вы думаете. Ну, а мы переходим к следующему аккаунту и открываем дальше драфт-сундучки. Смотри ролик обязательно до конца. Поехали. Итак, друзья, следующий у нас сундук вот так вот резко за 6100, а следующий у нас будет за 5800. Обязательно смотрите, надо было, конечно, сделать наоборот, ну и там будет интересно. Также хозяин конкретно этого аккаунта просил передать, что у него есть профиль в Инстаграме, можете подписаться, я оставлю ссылочку в описании. Вдруг вам какой-то совет надо или колода или еще что-то, он все-таки на 6000 сидит. Дерзайте его директ, подписывайтесь, ссылка на Инстаграм этого хозяина в описании. Ну что, открываем сундук за 6100, это чемпион, абсолютно, не, стоп, это какой там, большой чемпион, да, вроде как. Так, я, конечно, не уточнил, какие ему леги надо, но как дойдем к лего, я думаю, спрошу. Так, я не буду брать то, что золото, буду брать, это я в себя привык брать, карты, которые в золото переводятся, ему буду брать те карты, которые не достают до последнего уровня. Ну тут однозначно свиней. Давайте возьмем
охотника. Итак, леги. Сейчас мы уточним, какие леги ему нужны, чтобы потом не было спора в комментариях. Призрак, либо дровосек. Призрак, либо дровосек. Не, ну тут дровосек. Я даже, ну, даже ответ не хочу ждать. Тут однозначно, да? Дровосек, смотрите, 8 из 20. Ну, я думаю, что нафиг ему призрак. Без разницы, говорит, дровосек. Ну, окей. Так, опа, ой, красиво, блин, очень красиво. Реально. Коснитесь, чтобы продолжить. Вау, блин, ну, мне очень понравилось вот этот перевод, вот это новое оформление. Supercell в этом плане молодцы. Если бы еще добавили несколько каких-то новых видений, там, обновлений крутых. Так, тут тоже этот сундук. Так, ну что ж, все, в принципе, да, остался последний аккаунт. И все. Перезахожу на следующий аккаунт. Поехали. Друзья, в общем, к сожалению, последний хозяин аккаунта не дал код мне, я его долго прождал, и в итоге от него ответа не было, поэтому, скорее всего, без последнего сундука, но я хочу на моем твинке попробовать в начале сезона сыграть вот с этой прокачкой. Если я удивлялся прокачке в конце сезона, я хочу просто, ну, чисто ради фана увидеть, что же будет тогда в начале. Вот чисто ради теста. Поехали. Один бой. Ну и, в принципе, на этом, думаю, выпуск будет завершен по открытию драфт сундуков. Да и в целом, я думаю, что подобная тема уже как бы теряет немножко свой смысл, так как, точнее, не смысл, а актуальность. Потому что, ну, эти драфт-сундуки, они прикольные, если, конечно, ты их открываешь у себя на аккаунте. Когда у других, ну, в принципе, они дефолтные, падают одно и то же. Ну, как по мне, вот если было бы что-то новенькое, тогда да. Поэтому, возможно, это будет последний сезон, где я на аккаунтах у каких-то людей открываю. Возможно, только у себя буду, вот, потому что мне для себя интересно. А я, как бы, как будто такой видеоблог свой веду по развитию своего аккаунта. Поэтому мне это будет очень уместно. Так, против нас, короче, друзья, Пека. Пека, контр. Давайте дефать спарки. Вот, сейчас уничтожаем Пеку, дальше уничтожаем лучниц, 13-х лучниц, но тут проиграю. Мне кажется, я тут проиграю, потому что Пека, не знаю, с кладбищем, наверное. Да, скорее всего, с кладбищем, да. Очень похожая дека той, которую я вчера играл у себя на основе, а нет, с шахтером. Так, ну ладно, шахтером не сильно страшно, так, ну, кажется, а нет, нет, тут файр, хотел сказать, думал, тут поизон. Так, значит, лучницы, миньоны, ну, поехали. Поехали, миньона, в принципе, заберем. Так, зап, стрелы, готовлю. Вот они, стрелы летят. Так, ну, к сожалению, одну тычку всего лишь шарик нанес и взорвался, еще нанес урон по ведьме. Так, блин, у всех 7-е эпики, так, хорошо. Ну, хотя бы не 8-е, это уже радует. А то тут, я думаю, что может встретиться и 8-е эпики. Так, так. Что же делать будем? Я думаю, что если он затупит, можно будет, конечно, гигантом резко справа и с шариком. О, вот именно сейчас. Вот именно сейчас это сделать, как думаете? Вот так. И вот так. Готовим стрелы. Так, хорошо. Ну, конечно, не то, что я ожидал, но тоже неплохо. Так, ладно, тут спарки заряжаем. Уже вторая поехала спарки. Так. Зап, куча скелетиков. О, отлично, смотрите, что мы сейчас сделаем. Если у меня хватит эликсира. Нет, ребята, у меня не хватает эликсира, капец. Гигант. Ой. Блин. Мне не хватило эликсира. Я хотел переманить спарки на другую сторону. В итоге затупил. Ну, я проиграл. Проиграл, потому что... потому что вот пропустил Пеку. Да. Я хотел, знаете, как сделать гиганта посередине. Но так бы, если бы я выпустил гиганта, я бы не задефал правую сторону, скорее всего. Поехали, еще один бой. Вот. Как-то не повезло мне, сразу же Пека подобрался. Вот. Ну ничего, нормально. Мне кажется, надо было по одной стороне атаковать, хотя нет. Правильно я сделал, что атаковал по правой стороне. Просто вот чуть-чуть не подрасчитал. Наверное, надо было не спарки выбрасывать на деф, а там разбойников каких-то, когда на меня ведьма, рыцарь шли. Так. Окей. Так, мини-пека, окей, давайте забрасывать. Тут зап.
Угу. Файербол. Давайте, банда гоблинов. Ах ты, блин, запнул. Еще обидно то, что зап убивает моих копейщиков. Ой, гоблинов даже. Не копейщиков, а мой зап 13-х даже копейщиков не убивает. Вот, ну, ладно. В принципе, уже все равно сезон закончился, уже бессмысленно. Хотя я все равно продолжу на этом аккаунте подниматься. Так, ну что, поехали. Гигант. Закидываем спарки. Хорошо. А, это гигант 3 спыла, я понял. Гигант 3 спыла. Так, кто же выиграет? Кто же выиграть должен, я или он? Под фаербол не сильно хочется подставляться. Но, а что делать? Придется. Так, тут стрелы. Хорошо. Здесь у нас разбойники. Отлично. Сейчас должен прилететь фаер. Ага, зап. Ну окей. Так, замечательно. Зап, а бревно у него есть? Интересно. Так, сейчас будет мегаминьон. Так, давайте запнем его. Зап, ага, у него, я понял, у него торнадо. Так, ну давай, один выстрел, спарки. Да, все, отлично. Фух, так, ну вот зап, конечно, был лишним. Но я хотел быстрее мегамуху убить. Так, ну что, сейчас можно будет... Да нет, в принципе, ничего не будем мудрить. Менять стороны тоже не будем. А, ну он сам поменял. Я так и хотел справа пойти. Я так, друзья, и хотел. Так, ну тут разбойники. Здесь банда гоблинов. Фаербол. Ну, в принципе, он сейчас потеряет еще одну сторону. Смотрите, какой пуш сейчас идет. А, у него же торнадо, елки-палки, я забыл. Надо было подождать, а потом выбросить мышей летучих. Так, вау. Да ладно. Снова гигант. Так, мы забираем его сторону и постараемся задефать правую. Хотя, сомневаюсь, что получится. Здесь банда гоблинов. Да, я так и знал, что не получится, но ничего страшного. Все нормально, все под контролем. Блин! Мегамуха выжила. Если бы не мегамуха. Так, вот сейчас будет тяжело, очень тяжело. Стрелы. Стрелы. Ой-ой-ой, я потерял спарки, друзья. Я потерял спарки. Так. Сейчас запнет еще. Ай-яй-яй, да что ж, прокачки не хватает немного. Давайте летучих мышей подкинем. Давай, гигант, я верю в тебя. Зап. Давай еще тычку, еще одну, и все. И стрелы. Отлично. Блин. Чуть-чуть не хватает прокачки. Совершенно чуть-чуть. Ну что, плюс 30 кубков, ну ладно, неважно. Мы, я думаю, продолжим в отдельном ролике. На этом буду завершать выпуск, потому что он и так уже, не знаю, больше, наверное, 20 минут. Хотя, не знаю сколько, просто у меня отрывками он записан. Спасибо вам за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки. Ну и, как и договорились в начале, 5к лайков на основе доначу, 10к лайков вместе с твинком. Пока!